Московский театр «Сатиры» начинает новый, 94-й по счету сезон. Сегодня был сбор труппы, завтра уже дадут первый спектакль. Худрук театра, народный артист России Александр Ширвиндт рассказал, что зрителей ждет несколько премьер, первая через 2 недели, и поделился переживаниями перед новым сезоном. С чувством опасения, волнения, тревоги и надежды. 94-й сезон. 94. Это старый вообще, это старше меня даже театр. Но тем не менее, крутимся, хотим. Вот буквально после открытия сезона сегодня, это Юдин день замечательный пройдет, 20 числа, премьера такой фантазии Андрюши Прикатенко, называется «Опера нищих». На декабрь запланирована вторая премьера. Спектакль «Великий забытый». Как рассказал Ширвиндт, он сыграет знаменитого артиста, который никому не нужен. В постановке «Горгоны» примы театра Алена Яковлева и Марина Ильина исполняют роли двух соперничающих голливудских кинодив. И специально для Веры Васильевой ставят биографический моноспектакль, который так и назвали «Вера».